Вы чё, прям спускаться туда, что ли? Я на самом деле не очень хочу, хотя так манит чертовка. Не-не-не-не-не, стой, не спускайся. Как не спускаться-то, Ленчик? Там же так классно. Мы ж можем все алмазы там собрать, это же вообще пушка. Сюда иди, бро. А да я уже здесь, бро, у тебя странное это кольцо. И рога у тебя странные тоже. Смотри, чё там? Это что такое? Ты что ли написал? Лики! Что значит лики? Лайк! Да я знаю, что лайк, я ж тебя обманул, я понимаю, что это лайк. А что надо с ним сделать? Это типа, ты просишь, чтобы подписчики лайк поставили? Да! О, давайте тогда поставьте для Ленчика чисто парочку лайков, вам же не жалко. Че, Лень, давай спускаемся, только аккуратненько, потихонечку. Ну, чисто за лайки, да, чисто за лайки. Ребята же поставили, поэтому можем себе позволить. Я сцу! Да не сцы, Леонид Андреевич. Я не понял, ты что пукнул сейчас? А может там ловушка? Не знаю, Лень, меня больше интересует, нафига ты здесь воздух портишь, мы и так на болоте. Чё, нет, это не ты хочешь сказать? А кто, я что ли? Дурак, ты меня вообще видел, а, Лень, у меня лишь... Стоп. Стоп. В смысле? Леня, а чё? Походу KFC было лишним, доширак тоже, поэтому давай-ка я тебе его оставлю. Больше я это, ну ты сам понимаешь, есть, короче, не буду, ладно, давай потихонечку спускаемся. Опа! Блин, уу, я чуть не упал, Лень. Ты что делаешь? Леонид Андреевич, ты зараза шоколадная, что мутишь-то вообще? Все, спускаемся аккуратно. Ребята, как думаете, что там вообще будет? Мне что-то реально немножечко страшно, Леня. Нормально все? Ой, ножки мои попрыгушки. Так, сейчас подожди, Леонид, я-то поаккуратнее вроде как спускаюсь. Ууу, черт, я не хочу эндер дракона убивать. Ладно, мы в прошлой серии с тобой договорились. Страшно! Соглы, соглы, Леня, страшно. Я даже не знаю, куда идти. Нам вообще пока что непонятно. Хорошо, что у нас есть топовые мечи, которые нам в этом, в принципе, помогут. Ты че разорался-то так? А если все обрушится? А? А это что такое? Ой-ой-ой-ой. Подожди, тихо-тихо, аккуратно. Это череп. Пушка какая-то. Мне кажется, что это вообще... Это сундук! Ты что делаешь? Ой. Вот и ой. Ты что нафиг? Я уж думал, обрушение какое-то произошло. Спокойно, Леонид Андреевич. Спокойно. Я сейчас посмотрю, что тут. О, нифига себе. Тут две какие-то странные палки и лайк. Лайк. Поставь, если не лох. В смысле, как его поставить? Подожди, как его поставить, Леня? Как его поставить, Леня? Как лайк поставить? Ёлки-моталки. В смысле, я не хочу быть лохом. Вы чё? Чё за троллинг? Дурак! На видос надо лайк влепить. А, на видос поставить. Я-то уж думаю. Не, ребята, короче, надо лайк ставить. Как бы Майнкрафт сам вам об этом намекает. Поэтому ставьте лайк, а мы его можем здесь оставить. Да не, ладно, мы его с собой возьмем. У него как-никак урон 5. Я могу им Леню вырубить. Да все, шучу. Леня, шучу, я тебе сказал. Что ты делаешь? Нам пора искать крепость. Где ее искать, я пока что не представляю, Леонид Андреевич. Ну все, Леонид Андреевич, вот мы и заблудились. Я уже не знаю, куда идти. Ты что подпукиваешь-то стоишь? Я не понимаю, Лень. У тебя проблемы какие-то или что? Может, ты KFC все-таки выкинешь? Страшно. Да подожди, Леня, успокойся. Спокойно, смирно. Равняйся. Так. Теперь у меня вопрос. Слушай, мы эти палочки-то не посмотрели. Я, кажется, понял, что это за палочки. Вопрос будет глупый, но, Леня, у тебя случаем нету яиц призыва овец? Есть? А, так давай мне... В смысле есть? Как это? Как это? Серьезно? Леня, да ты мое золото, посмотрите, а! Исправился парень, наконец-то он стал нормальной шоколадкой, окей? Сейчас проверим. Серьезно? Просто овца... Так, ладно, давайте проверим. А ну-ка... Да ладно, это работает! Я так и думал, что эти палочки. А если по Леониду? Я пукаю какао! Ты что, дурак? Ну-ка! А вот по Леониду, к сожалению, они уже не работают. Ну вы только посмотрите на них. Ладно, Лень, давай дальше, Леня. Мы, кажется, с тобой пришли. Немножечко, полразика так, чуть-чуть. Тихо-тихо-тихо, не бойся, Леня, все нормально, на, забирай свои яйца. Я писаюсь горячим шоколадом. Да я понимаю, что все продукты, которые ты производишь, Леня, они связаны с шоколадом. Хорошо. Пойдем потихонечку сюда. Идем. Вау! А почему такая комната странная? Я ни разу такую в Майнкрафте не видел. Ты что делаешь-то, дурак? Что ли ты куда, Леня? Стоять! Страшно! Я понимаю, что страшно, но нам нужно идти туда. Я на всякий случай. Что на всякий случай? Взрываешься? Ой, а у нас овечка, кажется. Опа, Леня, мод новый добавился. Надо срочно туда, мне кажется. Да хватит бояться, Леня. Ты сейчас пойдешь сюда первый, я тебе сказал. Леня, стоять! Ты пойдешь туда первый. О, смотри, Лень, тут здесь шоколадка какая-то. Иди-ка сюда. Где?
Да вон здесь, Лёня, вот там она. Ну все, мне теперь тоже нужно за Леонидом. Раз, два, три. Тихо. Лёня, тише. Ну ты попал. Ты ел когда-нибудь горький шоколад? Вообще, да, я пробовал как-то, но сейчас я не собираюсь, Лёня, спокойно. Сейчас ты им обделаешься от страха. Тихо, Лёнечка, спокуха! Смирно! Равняюсь! Нам нужно придумать какой-нибудь план, потому что мы с тобой здесь вдвоем, понимаешь, нам нужно сейчас убить дракона. Да, у нас есть вот эти топовые мечи, Лёня! У меня есть план! А ну-ка давай-ка, Леонид Андреевич, выкатывай, что за план? О, подожди, тут лестница. Она тут была вообще, эта лестница? Ребята, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Что это за бред вообще? Мне нужен помощник. Помощник? А какой тебе нужен помощник? Подожди, ты же и есть мой помощник, шоколадная жопа, Леонид Андреевич. Да ты достал уже! Я достал! Я его еще и достал, ребята, вы понимаете? Много требуешь. Че много-то немного? Подставляешь. Кого я подставляю? Тебя? Мне нужна помощь. Так, ладно, говори уже, что ты хочешь, и мы поднимаемся потихоньку. От подписчиков. О, подожди, кажется, я понял, о чем ты. Ты хочешь попросить то же самое, что и Антон попросил во вчерашней серии лайфхаков? Ёлки-моталки. Хорошо. Леонид Андреевич, скорее всего, хочет помощи от вас. Он хочет, чтобы кто-то из вас пришел к нам в ролик и стал ассистентом вторым, то есть другом Леонида Андреевича. То есть моим вторым ассистентом. То есть, короче, с нами играть в мире. Но если вы хотите, то для этого нужны серьезные критерии. Пока Леонид Андреевич там выбирается, я вам их скажу. Просто вы часто мне писали, что вы хотите быть ассистентом. Первое. Вам нужно поставить лайк на это видео. Вот 100%. Лайк нужно поставить. Второе, быть подписчиком все-таки, потому что возьмем только подписчика. Что для этого нужно? Правильно подписываться на канал. Так что если вы не подписаны, мы вас не возьмем. Третье, написать любой комментарий, а лучше как вас зовут. И на мой канал. Да, еще можете на Леню подписаться. У него же тоже есть все-таки канал. Не забываем про комментарии, это очень важно. В комментах лучше написать свое имя, вот правда. Чтобы мы знали, как вас зовут, чтобы вам можно было написать и назвать вас по имени все-таки. А можете написать ник в Майнкрафте. И четвертое, самое последнее, нужно поделиться этим роликом. Вот надо скинуть хотя бы одному человеку этот ролик, понимаете? Ну что, Леня, пойдем! Все критерии, в принципе, сказали. Возможно, на следующий ролик у тебя будет какой-нибудь друг. Вау! Это что такое? Да я тоже в шоке. Подожди, Леня, я пока не понимаю, это точно Эндермир? Погоди, тут же где-то дракон будет. Кто это? Я не знаю. Это же големы новые какие-то. А я-то думаю, что за мод добавился? Я-то думаю, зачем Леонид Андреевич меня затащил сюда? Еще с прошлой серии, а вот оно что. Воу! Обалденно! А мне нравится это. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, Леня, еще один мод добавился. Я так и знал, что лайки влияют на моды. Вот вы лайки поставили сразу, мод за модом. Мод за модом просто начал. Кто меня мутознул сейчас? Вот этот голем, ты что, зараза? Ты что, на меня, что ли, полез? Ты на меня, что ли, полез? Леонид Андреевич, где ты ходишь? Это я! В смысле ты, погоди? Да ну нафиг! Ты чё меня так пугаешь, что ты превратился, что ли, в голема? Господи! Я сливаюсь с обстановкой. Красава, Лёня! В принципе, ты все правильно делаешь, тогда пойдем за мной. Ёлы-моталы, как же страшно! Лёня меня просто пранканул сейчас. Ну чё же? Ух ты! Это что это там такое? Леонид Андреевич, жены, что ты бесишься здесь? Погодите, а где дракон-то? Что-то я не понимаю. Это что за мосты? Что происходит? А-а-а! Что такое? Меня это пугает. А, ты просто испугался. Я тебя понял, Леонид Андреевич. А что за мод-то еще добавил? Стоп. Яйцо дракона есть. Портал. Леня. Так, ты что делаешь? Тихо. Кто-то убил дракона. Да, Леня? Я реально пока что не понимаю, кто... Стоп. Ты что мутишь? Я сейчас так испугался. Я думал, ты все еще голем. Да, реально, ребята, ассистента второго точно надо. А то Ленчик вообще уже, кажется, берега путает. Мне страшно, как он меня пранкует. Только если вдруг вы станете ассистентом, пожалуйста, не надо надо мной так же шутить, как Ленчик. Так, пока что я не понимаю, Лень. Мне кажется, нужно забираться по этим штукам. Владус, помоги! А, ты где, Леонид? Подожди, что случилось? Что случилось? Стой! Эндермены! А что с эндерменами? Ну, они есть как бы. Да, я понимаю, это опасно. Сейчас я с ними разберусь, погоди. Это что за нафиг? Что с ними такое? Они что, горят?
Это что такое? What the fuck? Это что с ними? А почему у них должен же быть блок какой-то в руке? Окей. Окей. Это что за чучело? Ты что на меня смотришь, а? Оно, кстати, даже не бьет. Так, Леня, успокойся. Я с ними сам сейчас разберусь. Подожди-ка. Леня, что происходит? Что с этими эндерменами не так? Почему они какие-то мутанты? Я вообще понять не могу. What the fuck? Отстаньте от меня, отстаньте. Что происходит, ребята, в этом эндермире? Я не понимаю. Не, ну эти эндермены, это, конечно, кадр. Сейчас, подожди, Леня, я тебя найду. Что? Это-то что такое? Что происходит? Я не понимаю, Леня, сейчас помогу. Погоди. Да, я сам разберусь только совсем. Что у тебя случилось? Вау, какой он синеглазый. Ну-ка, я ему втащу сейчас. А ну-ка, получай, эндермен. Они меня даже не бьют, кстати. Что происходит? Этот вообще горит. О, господи, это какая-то жесть. Да из них даже ничего не падает. Ладно, я думаю, что нам пора на лесенку. Леня, догоняй, пожалуйста, скорее. О, черт, помогите мне кто-нибудь, пожалуйста. Почему он такой страшный? Так, спокойно. Вроде он меня не видит. Он как будто какой-то сиреноголовый. Но я думаю, что с ним эти големы справятся. А мы пойдем потихонечку. Что там интересно дальше, мы с вами узнаем в следующей серии. Она выйдет очень скоро, поэтому прямо сейчас подпишитесь на мой канал, чтобы ее не пропустить. Вон там кнопка подписки. Давайте скорее, просто ролик заканчивается. Мне уже самому интересно, что дальше будет.